В комментариях люди задают вопрос, когда будет следующий набор на курс ораторского мастерства. Это будет в этом месяце. Мы готовим этот материал, мы готовим дату, и об этом будут дополнительные анонсы. Задают вопрос о том, какова структура курса. Там 4 недели, мы занимаемся ровно месяц. Первая неделя может быть чуть больше, да, 7-9 дней мы занимаемся монологами и всем, что связано с монологической речью. 4-актная структура, 3 логических уровня, прямая линия между «я» и получатель информации. Хочу напомнить, что курс ораторского мастерства – это в какой-то степени управленческий курс, потому что при помощи ораторского дела происходит управление людьми и социальными группами. Да? А оратор – это лидерская позиция. Вторая неделя – это все, что связано с искусством переговоров, ведение диалогов. Там тоже есть определенная структура, определенные закономерности. И мы это все будем отрабатывать на практике. Кстати, хочу сказать, что люди, которые занимаются в ораторском потоке, обычно они заводят канал на YouTube и пробуют себя и в качестве видеоблогера, потому что запись роликов – это методический инструмент, позволяющий достаточно быстро выговориться, достаточно быстро простроить базовые навыки. Первая неделя – монологи, вторая – диалоги, третья неделя – полемика и дискуссии, ток-шоу, да, причем полемические навыки, они немножко имеют свою специфику, они отличаются от просто диалогов или переговоров, потому что переговоры обычно проводятся тет-а-тет, а полемика всегда в присутствии третьих лиц, то есть это ближе к политике, ближе к тому, чтобы управлять не столько позицией оппонента, сколько мнением третьих лиц, да, и, соответственно, все, что происходит во время полемики, это работа на аудиторию. Ну и четвертая неделя – это такой бонусный материал, связанный с навыками генерирования юмора. Очень часто нужно и монологи, и диалоги перемежать риторическими фигурами, сравнениями, гиперболами и так далее, чтобы речь была более образная. В пределе это может быть даже выступление типа стендап, но на самом деле образная речь – это всегда большая энергетика и всегда выделение из толпы. Большая лидерская позиция. Люди понимают, что у вас преимущество. Ну вот четвертой неделе мы занимаемся формированием этого преимущества. На этой неделе будет объявлено о начале набора. Ну, собственно говоря, прямо вот в ближайшее время. И в этом месяце мы с вами стартанем на занятиях по ораторскому мастерству. Напишите в комментариях, кому это интересно. Я заранее скажу, что это адресовано студентам гуманитарных вузов, прежде всего журналистам, телевизионщикам, просто гуманитариям, естественно, педагогам, естественно, любым преподавателям. Это адресовано людям, которые находятся в кадровом резерве и работают в системе управления. Да? Это, естественно, адресовано предпринимателям, маркетологам, которые занимаются продвижением своих товаров и услуг. Ну и другим людям разных возрастов. На курсах занимаются люди и 60-летние, которые уже на пенсии, но тем не менее не теряют вот этот драйв по жизни, да, и необходимость внутреннюю передачи опыта. А это все требует тоже ораторских навыков. Напишите в комментариях, что вы думаете обо всем об этом. И следите внимательно за объявлениями. Я сообщу о начале набора, ну, буквально сегодня-завтра.